защищаешь убийц, насильников, врагов народа и всякую другую мразь. Нет никаких врагов народа. Есть обычные люди, и они имеют право на справедливый суд. Вы же Бориса Аркадьевича, супруга? Суд не может отказать адвокату в его осуществлении права на защиту. Адвокат Метлицкая, вы ничего не можете требовать у советского суда. Боря, я ревнивая жена. Я однолюб, верный муж. Ваши с Борей отношения – это все дурь. Зачем я вам нужна? У вас живет страсть. Идите и работайте, Нина Владимировна. Трепуха. К черту. В политических процессах нужно пройти по очень тонкому лезвию. Давайте касаться. Какой-то дядька сказал отозвать у вас ордер на мое дело. Сашку в изнасиловании винят. С дружком его вместе. Вам куда? В суд? В тюрьму? В тюрьму? Поехали. У тебя был приличный муж, а теперь любовник, таксист. Ты зачем в это ввязываешься? Мальчики не виноваты. Они здесь ни при чем. Это сучка в подночи, в открытую. Заберите Сашку себе. Вы соступница. Прямо на плево. В юбке. Вовремя отступить. Главное – юридическое искусство. За это дело никто из наших не возьмется. Давай возьму пацана этого второго. Для нас это суд чести. Чести, доблести и геройства. Если ты готов, договорились. Товарищ адвокат, вам слово. Поехали. Можем ли мы допустить, чтобы пострадали невиновные? Для чего это нужно было следствию? Охренели там в своем первом филиале! Думаете, что вы поняли? Я во всем виноват. Не надо! Ты же у нас одна такая, понимаешь? Если не ты, то никто. Ну, до встречи в суде. До встречи.